Мы будем тренировать наши сердца и тела для достижения твердого, непоколебимого духа. Второй вопрос. Следующего плана. Спрашиваю, кто-то допускает более близкие отношения, тренер-ученик. Кто-то держится на расстоянии. Разные тренера придерживаются разных точек зрения на этот счет. На самом деле здесь все очень просто. Если вы не будете своим ученикам, ученицам, настоящим другом, если вы не будете им близким человеком, то вряд ли у вас что-то получится и вряд ли воспитаете серьезного мастера. Мое личное мнение, отношения должны быть близкими и душевными. Тогда человек открывается тебе, тогда ты находишь в нем тонкость его характера и понимаешь, какую систему подготовки ему давать. На протяжении всей нашей жизни мы будем стремиться реализовать истинное предназначение пути Кёкусин.